Чем хороша эта замечательная контора? Ну, чем она хороша? Тем, что замечательные ценники здесь. К слову о том, что... Вот, допустим, к слову обо мне, да, я уже очень сильно дружу с руководством этой конторы, естественно, почему нет? По одной простой причине, когда мне нужно было это сделать, это была единственная структура, которая сделала все это по взаимозачету. То есть по взаимозачету она также получила максимум удовольствия. Я же такой же хороший человек, правильно? Если ко мне и грамотно подходит с взаимозачетом, то у них все вполне хорошо становится. Так-то да. К слову о том, что взаимозачет я также предлагаю другим своим товарищам. А вот у них все немножко сложновато, да? Да, конечно, ценники не дешевые, но и работа-то не дешевая. И когда вы приходите ко мне, во-первых, я не прихожу и не делаю все это дело сразу. Потому что первоначально надо пообщаться с вами, чтобы я понял, что вам необходимо делать. А уже потом делаются те самые лучшие материалы. Так что вот вам грамотное сведение, с кем лучше работать. Работайте с тем, у кого, по крайней мере, 20 лет телевизионной практики за спиной. Взаимозачет – великая вещь. Когда человек делится своим знанием и опытом, то есть мои знания и мой опыт в обмен на ваше желание работать. И тогда становится все круто. Круто сдается в аренду. Круче, чем где-либо в городе продаются и устанавливаются водомеры Битар. А также делается вся разводка воды. Да все замечательное. Также можно делать любое производство, когда есть взаимозачет. Я человек многогранный, и вы такие же. Машины по взаимозачету, бензин и газ по взаимозачету, инструменты по взаимозачету, пихты и елки, также туризм, естественно. Да ну что вы там плохого? Я вижу только лучшее, как это делает водомер. Так-то, в принципе, хорошо. И это вам нравится, это нравится мне. То есть, я вам сейчас кое-что объясню, да? Я научился жить без денег абсолютно. Главное, чтобы у меня был мой самый автомобиль заправленный. Вот и все. Я вам делаю, вы мне делаете, и это есть качественный другой подход к работе. Не думайте, что это сложно, это абсолютно не сложно. Можно жить грамотно и спокойно. Только если вы думаете... И еще есть маленький другой вопрос – взаимозачет. Взаимозачет – это немного необлагаемая структура, представляете, да? Поговорили со мной, я вам сделал, ни копейки не заплатили, я тоже ни копейки не заплатил. Вы знаете, я большой-большой противник нашей пенсии, да? Ну, понятное дело, что до пенсии я не доживу, хотя я уже на пенсии нахожусь, естественно. Но так, чтобы... Человек в 65 лет ушел на пенсию, зная, сколько мы живем, это не есть айс. То же самое. Я делаю все это дело для вас. Вы делаете это все дело для меня. И если честно, мы сейчас про понты будем говорить, естественные. Про понты, естественные, для кого они? То бишь, человек живет и покупает себе за 6 миллионов автомобиль. Я бы предложил за 6 миллионов купить себе 6 однокомнатных квартир, хоть сдавать можно будет. И даже невзирая на то, что ценники у нас не сильно большие, за 6 миллионов квартир ты можешь получать 60 тысяч рублей. А чем это не пенсия, то?